Шесть семей собрались в этот день для совместного времяпровождения с целью семейного развлечения. Именно развлечение, а не соревнование, ведь время, проведенное семьей, это удовольствие. И условия для этого созданы были. Семьи уже успели поучаствовать в плавании, а теперь их ждал дартс и боча. С этими видами они знакомы не понаслышке, и от этого семьям было легко и просто. Но обо всем по порядку. Боча для наших семей игра не новая, но все же с изюминкой. Правила просты. Сначала кидается белый мяч, именуемый Полино. В дальнейшем участникам нужно докинуть свой мяч красного или синего цвета ближе к белому. Общий счет 1-2 в пользу синих. Забирайте мячи последние. В дартсе все еще проще. 3 попытки для максимального набора очков. Пока организаторы подводили итоги мероприятия, для собравшихся семей участников выступила Анастасия Серпева. Ни один из участников не остался без призов. Почетные грамоты, а также сертификат на 1000 рублей в магазине «Очаг» были вручены участникам. Организаторы утверждают, что данные мероприятия полезны не только для детей, но и для взрослых. Тут уже важно не то, что детям. Наверное, полностью вся семья в сборе, вся семья получает положительные эмоции, заряд. Дети-то, они уже своего рода шагнули шаг вперед, они раскрепостились. А вот родители как-то еще стеснялись. Но вот в этом году очень-очень на позитивной ноте все прошло. Дмитрий Конышев, Николай Анагуричи. Новости, люди, события, факты.